Праздник Победы – великий день в истории нашего народа. Объединяет многие народы в единое целое. Помню, как памятный вечер подал платочек твой сплех, как пробежала и обещала сын и платочек сберечь. Ну, может, я бомбардировщик, да? Мы летали от линии фронта, километров 100 стояли, но летали на Берлин. И каждый год мы приходим и празднуем День Победы, несмотря ни на что. Я думаю и знаю, и уверена, что очень многие украинцы поддерживают и празднуют этот праздник. И мы, ну, к сожалению, может так сегодня получилось, что были только мы. Но я знаю, что украинцев тут сегодня очень много. И мы помним, мы не забываем этот праздник. Поэтому 9 мая мы каждый год тут. Приказала у середу, підем разом по череду. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. До весілля не гурмотись, до тебе бустенько, до весілля не гурмотись. Это место наполнено душой, это наполнено место глубокой скорбью, но в том же самом и радостью, как говорится, со слезами на глазах. Я очень благодарен за поддержку. Спасибо вам, что вы меня выслушали. Вот, собственно, и все. Хочу сказать, что от каждого из нас зависит наше будущее. И не стоит говорить, что я маленький человек, что я могу. Если все скажут так, то тогда мы действительно не заслуживаем будущего. Но это не так, и этому не будет. Никогда. С праздником вас! С праздником, с Днем Победы! Всего самого наилучшего. До свидания. Для меня Россия, белые березы, для меня Россия, утренние росы, для меня Россия, ты всего дороже, дашь чего ж на маму, ты мою похожа. С Днем Победы я хотела бы вас поздравить. Большое спасибо за внимание. И дай Бог, чтобы мир был всегда у нас и у наших детей. В прошлом году наши девчата очень хорошо станцевали здесь в парке «Смуглянку» и так зажгли публику, что ребята, наши каратисты захотели тоже выступить. Поэтому целый год мы шили костюмы. Мы заказали в этом году венок, заказали гвоздики. И сегодня всем клубам мы пришли сюда. И девчонки, и мальчишки танцевали на ура. И сейчас они сказали, что в следующем году они снова хотят прийти, станцевать и почтить память. Домой хороший, мой родной. Клён зелёный, клён кудрявый, раз кудрявый зон. Фильм «Дни Победы» задумывался нами как благодарность. Благодарность всем тем, кто помнит, кто не забыл, кто приходит. Мы хотим сказать: мы не хотим войны, мы не хотим больше повторения того, что было. Мы просто рассказали о двух днях победы здесь, в Берлине, в парке Трептов. Спасибо всем, кто нам помогал, спасибо моей команде.